это, наверное, Аланчик, на пресс. Ложишься. Надо на взрослый. Ложишься, а руками достаешь до этой. Вот, до трубы. Там палочка. Вот, да, это да. Для... Мы в Турции, ты в Турции, а мы за кадром. Где там... О, полицейский мини-купер, смотри. Прикольный. Как будто, знаешь, у него как будто плафон этот, лампа, да, как будто кверх ногами. Странный, да, такой? Это вот смотри. Эта штука. Ищи. Наверное, аккумулятор совсем разряжен. Вот море там. Там море. А там тут вон люди вон занимаются. Смотрите. Мальчик тоже занимается спортом. Волнами пошел, волнами. Молодец. Надо. Высоковато что-то. Прыгать-то высоковато. Это непонятно, надо крутить вот так вот. Расшатывать эти свои. Смотрите, смотрите. Да. Джанго. Пежо. Красивый. Да, смотри, тоже такая же. Акура, сейчас снимем какую-нибудь машину интересную. Вот машина, которая... Вот смотри, какой. Volkswagen. Вот. Это что? Passat? Опять ETSI. Опять какой-то электрический. Ну да, он без этого. У него и... Видишь, какие? Вот такая машина. Ford. Можно вообще по болотам ездить. Да. Такая маленькая дверь сзади, да? Даже непонятно, что за фирма. Видишь, РК-5. Что за... Вот, а вот эта машина мне нравится. А какой Мерседес, смотри, еще? Не, вот этот-то прикольный, конечно. Да. На нем можно прям ехать домой из дома. Сан-Йон, думаешь? Я не знаю, китайский или не китайский? Ну, вообще диск, на дисках, вот видишь, Сан-Йон. Сан-Йон или... Это китайский или непонятно? Или корейский? БМВ. Значок новый. М-пакет. Тоже такой значок. Четверка. Да. Написано Куба. Мерседес. А знак как будто Мерседес, да? Это Мерседес, но просто... Ну там не звезда. Не Рено, а Дача. Вот, Дача. А что это Рено? Дастер. О, Хонда. Да. Хонда. Это что, Аккорд или Сивик? Сивик. Сивик. У нас на мигающий можно проходить, да? Это на зеленый можно. На зеленый мигающий. А здесь на красный можно. Вот джип такой. А давайте перейдем, да? Смотри, наклил. И такой здесь поток все время. Смотри, какая Тойота. Полная людей. Вот электрическая Вольва. Вот Тесла что делает. Написано декор, да. Потому что, а что там есть? Понятно. Маленький. Да, такая. Вот еще Аустрал. Аустрал. Он и есть. Это что значит, он? Вот он был. Так он был, но мы же не снимали. Такая вот красивая машина. Опять Тесла. Это робот все, придумали Тесла. Да, беги, Аланчик, вперед.
Тесла на украинских номерах. Да, Мерседес. Субару. Давно стоит. Думаешь? Я не знаю. Не знаю, может бегать, посмотреть. Ой, стой, стой, сейчас. Подожди. 500, видишь, даже на дисках даже написано 500. Икс. Да, 500 икс. Ну, давай, пошли. Ну, на этом все на сегодня.